В Златоусте девушка попала в объектив камеры наблюдения, когда решила похитить продукты с витрины. На съемке видно, как дама подходит к прилавку с молочными продуктами и начинает без разбора складывать все в рюкзак, а потом, как ни в чем не бывало, уходит. Правда, через некоторое время она вернулась к прилавку и выложила все обратно. Замучила совесть или не выпустили из магазина? Так и осталась загадкой.